Я не верю. Их подставили. Запись — подделка. Без вариантов. Если б ты был прав. Но все куда хуже, чем убийство на станции. Кейн, расскажи ему все. Утечка информации расходится как рак, ставя под угрозу операции Союза в мире. Они знают наши слабые места и стягивают войска в нестабильные регионы. Это факт. Тейлор сдал нас. Мы пойдем по следам последней известной операции. Тревоги, сработавшей под станцией Единства. Может, что-нибудь поможет нам понять их мотивы? Не забываем про бессмертных. Мы убили одного и покалечили другую. Они будут мстить. Команда Тейлора приняла сигнал тревоги с глубины на 1.5 километра ниже здания Единства. Я прошерстила доступные данные и схемы. Чем бы это ни было, этого нет на картах. Многое пострадало во время катастрофы. Лучше попробовать спуститься через центральную шахту. Спасибо, Кейн. Правда. Значит, мы пойдем по следам Тейлора. Посмотрим, найдем ли мы какие-нибудь ответы. Смотритель фиксирует многочисленные сигналы сверху. Б-54. Скорее всего, они уже внутри. Так и есть. Мы только что видели прибытие подкрепления. Вряд ли получится сделать все тихо. Несколько путей подхода. Рассредоточиться. Жду твоего выстрела. Пока она не включилась. Чисто.
Чисто сработано. Продолжайте долбить защиту ружейным огнем. Защита АОП деактивирована. Бейте сейчас. Реактор дестабилизирован. АОП вышел из строя. Подключитесь к панели. Взлом должен открыть проход. Скучать некогда, а? О, да. Сегодняшний день полон сюрпризов. Вас приветствует единство, наше будущее. Подключаюсь ко входу в шахту. Прикрой меня. Эти тела здесь уже давно. Должно быть перед атакой на черную станцию. Хендрикс, это работа Тейлора? Возможно. Прицельный в голову. Но честно, тебе стоит знать, насколько это тупой вопрос. Это работа Тейлора. ЦРУ отправила их сюда, потому что эти отморозки здесь ошивались. Эй! Ничего, Кейн. Просто плохое настроение. Засекла источник энергии. Вероятно, небольшое устройство. Думаю, на одном из тел. Понял. Загружаю данные. Что-нибудь полезное? Мародеры сюда не сами забрались. Их направили войска договора. Активирую дрон-разведчик. Сообщение получено и принято, Хендрикс. Посылаю координаты дрона на твой интерфейс. Эй, знаешь, что бывает, если долго всматриваться в бездну? Пойдем. Прижмись к краю, там далеко спускаться. Я поведу. Ты до сих пор думаешь, что эта запись с убийствами фальшивка? Я давно знаю Тейлора. Не могу представить, чтобы он был на такое способен. Тем более убить их так. Может, он уже не тот, кем был раньше. Пусть так. Но что насчет Холма, Ретти и Дьера? Как они могли на такое согласиться? Мы докопаемся до правды. Любым способом. Черт, сраные Б-54 уже впереди нас. Как ты думаешь, что нам делать? Думаю, нам стоит представиться. Первый выстрел твой, веди.
Кейн, ты нас в кроличью нору пытаешься отправить? Я хочу того же, чего и ты, Хендрикс. Закончить это все, пока не стало еще хуже. Смотри, Поттер, это тебе не паркет. Почему роботы так себя ведут? Может, скачок напряжения? Сильный скачок напряжения! Дверь на мне! Иди вниз на позицию! Кейн, возможно, что кто-то подключен к системам здания и управляет роботами? Сомнительно, чтобы системы были работоспособны после аварии. Понимаешь, мы понятия не имеем, что там внизу. Разведдрон показывает, что они прошли здесь. Спорим на сотню, что внизу мы найдем какое-нибудь невероятное дерьмо. Нет? Ого! Какого хрена? Ого! Ого! Хендрикс, они целятся в тебя! Я выполняю триангуляцию источника, но пока без результатов. Я продолжу искать. Ладно, тогда засылаю разведдрон. Посмотрим, что в этой кроличьей норе. Впереди низкая освещенность. Рекомендую переключиться на улучшенное зрение. Понял, Кейн. Давай поднажмем. Дрон-разведчик не будет нас дожидаться. Кейн, нам не поступают данные. Проблема на твоей стороне? Отрицательно. Детальный план заканчивается на уровне шахты. Без дрона мы слепы. Сраные технологии. Идите дальше. GPS-координаты показывают, что сигнализация перед вами. Кейн, мы нашли дрона-разведчика. Ну, то, что от него осталось. Ну, было здорово. Стоп. Дайте мне рассмотреть тот знак. Ты его узнаешь? Судя по всему, это секретный проект ЦРУ. Если это дерьмо тут было во время катастрофы, никто бы тут не прибирался. До Тейлора. Да. Думаю, кто-то хочет что-то спрятать. Следы ведут сюда. Что тут происходит, Кейн? Какого хрена?
Зона чиста. Будь начеку. Неизвестно, что еще прячется в темноте. Что творится с этими роботами, Кейт? Не встречала робота, который так себя ведет. Они на это не запрограммированы. Что-то изменило их параметры. Расценивайте их как врагов. Окей. Если верить GPS, источник сигнала должен быть там. Взломай пульт. Вот же... Хендрикс, проверь другие консоли. Возможно, я смогу вытянуть что-то с дисков. Ага. Кейн. Ты в деле. Откуда это взялось? Испытания ПНИ на людях в то время не проводились. Официально точно. Не думаю, что это добровольцы. Они подключены к центральному серверу. Дзяйсюн? Разве он... не был примером для нас всех? Бессмыслица какая-то. Если он мертв, тогда почему мы находим толпу мертвых ЦРУшников, убитых в его стиле? Минутку, Кейн. ЦРУ посылает нас сюда. Цель неизвестна. И мы выходим на следы операции ЦРУ? Ха. Какой смысл? Хендрикс? Ты о чем? Пока не знаю. Просто будь настороже, особенно рядом с Кейн. Ладно. Все в порядке, Хендрикс? Да, Кейн, мы в порядке. Окей. Вижу сетевую активность в серверной двумя этажами ниже. Эй! Вряд ли совпадение. Выдвигаемся. Света, включите электровидение. Понял. Датчики показывают радиацию. Двигайтесь медленно. Она может вызвать сбои оптики основных систем. Давай помоги. Может быть, откроем эту дверь. Хендрикс. Я этого не делал. У нас тут еще испытуемые. Они в воде!
Кейн, оптика снова включилась. Поняла. Я получаю данные о массивном выбросе энергии впереди. Здесь много роботов, Кейн. Тише, не торопись. Кейн, я отделился от остальных. Похоже, серверная впереди. Убирайся оттуда! Там есть выход прямо впереди! Это место начинает походить на полигон для испытания оружия, а не на биолабораторию. Никто так и не смог определить, что за химикаты были выпущены во время катастрофы. Только мне кажется, что кто-то пытается что-то скрыть. Слышите? Не надо этого делать. У нас руки в крови по локоть, нам ее не смыть. Вы меня знаете. Я прошу вас развернуться. Уходите. Кейн, у меня Диас пробивается по закрытому каналу. Тейлор прав. Мы должны показать миру правду. О, нет. Он подключен к серверам. Его ПНИ работает как канал для всех данных, которые там хранятся. Он управлял роботами, контролируя их коллективный разум. Он перегрузит свой мозг. Послушайте, мы должны остановить его! Мы должны прекратить это! Прямо сейчас он грузит все данные прямо на серверы наших врагов! Мы должны с этим разобраться! Диас, ты должен остановиться! Что бы ни случилось с тобой и другими! Остановись! Я лучше умру! Единственный способ отключить его от сервера – это уничтожить реактор над ним. Кейн, я сейчас на серверной в командном центре. Подключись к основной системе. Если поддерживать прямую связь через твой ПНИ, я смогу определить уязвимость реактора. Как скажешь, дорогая. Есть. Цельтесь в стержне охлаждения вокруг Диаза. Это откроет доступ к реактору. И когда он откроется, поднимайте и бросайте его на ту внутрь. Первая градирня на виду. Слушай только мой голос. Первая градирня накрылась. Реактор открыт. Расплавь свой разум. Центральный реактор 66%. Открываю вторую градирню. Поторопись, Кейн! Нас прессуют как пинку!
Мы не можем потерять его, Хендрикс. Подключись и вытащи все данные, какие сможешь, из его ПНИ. Ты знаешь, это поджарит его мозг. Знаю. Ты не понимаешь. Это кто-то, кого я знаю. Кто-то, с кем я сражался. Он не может умереть так. Мне жаль. Так надо, Хендрикс. Я его вижу. Зимний лес. А, черт! Кейн, ты понимаешь? Что? Что ты видел, Хендрикс? Ты что-то понял? Хендрикс! Тейлор ищет двух выживших в катастрофе Единства. Он же покинул Сингапур. Как он раздобыл транспорт? Предав свою страну, заводишь новых друзей. Черт! Враг наступает сверху! Это бессмертные! Они там внизу? Те, кто убил моего брата? Да, да. Мои люди входят. Получили ли мы расположение убежищ ЦРУ? Да, госпожа. Затопите. Мои люди еще там. Сорвите сейчас же! Что сейчас было? Кажется, новые друзья Тейлора. По всему сооружению. Вам нужно уходить немедленно. Слышишь ее? Спаривай нас. Смотритель показывает, что на поверхности солдаты 54 безлепых. Они взрывают чертово здание, чтобы утопить вас. Пробегай. У нас мало времени. Искать этих выживших. Нам надо понять, кого именно ищет Тейлор. Сканирую файл, который передал Хендрикс. Должна найти через пару минут. Кейн, надеюсь, у тебя есть план, потому что мы вот-вот утонем. Хорошо, я проведу вас. Откройте эту дверь и затопите лабораторию. Ты с ума сошла? Нет, это может сработать. В ваших легких более чем достаточно воздуха, чтобы добраться до поверхности. Ладно, ладно. Но если не получится, я буду к тебе долго являться, Кейн. Черт, ее заклинило. Переключу систему управления. Прикрой. Пару секунд.
помоги мне! Давай, надо сваливать! Сверху. Отметка на твоем интерфейсе, Хендрикс. Вынесите дверь. Давление воды вытолкнет вас к шахте. За мной! Как только я выбью дверь, давление выдернет нас отсюда. Ты как? В норме. Кейн? Кейн? Хреново. Диас выдал информацию обо всех убежищах ЦРУ в мире, включая и это. Смотритель подтверждает. Бессмертные на пути сюда. Нам их не остановить. Вон из Сингапура. Держись, Кейн. Мы идем за тобой. Thank you.